Я опасен. Как... Да. Сколько раз тебя удовлетворили, Вероника? Раза три. Я только что проиграл 14-2 и 9-2 ему. Так, ты 4 страйка у него. Да, у меня всего 2. Просто задача была отдать максимальное количество баллов. Еще меня сегодня подставил Ильяс, он обещал прийти, не пришел. Как бы может случиться все что угодно, вплоть до того, что... Итак, друзья, едем сегодня на немножко трэш и угар, который обещает Игорь Луников по случаю своего дня рождения прямо на татами. Не верится, что будет тот самый трэш в переводе с английского языка «мусор», ибо не любит Игорь мусор на татами. Ну, чем черт не шутит? Настя пока изучает это вот, способы задней парковки. Давай, Настя, ты можешь! Yeah. Блин, забыл шутку. Ладно, давайте без юмора, все по-серьезки. Боже, это так волнительно! День рождения на татами. Обещают трэш и угар. Кажется, дождь начинается. Точно, дождь. Блин, испортит мою прическу. 6 часов у парикмахера просидел. Бигуди, укладка, помывка, побривка. Ну, все такое, вы понимаете. Привычка, захожу в этот зал, и горячо строится. Игорь Сергеевич сказал начинать веселиться без него. Но чего нет-то? Ну там подготовьтесь, чтобы когда он появится на горизонте, там всякие будут. Лучше подарок. Подарок сделан своими руками. Всем удачи. Погнали, Игорь. Сергей, что можете рассказать про московские дождевые пробки? Они великолепны. В такой день, как сегодня, вообще все великолепно, даже пробки. Что сегодня планируется? Мы читали трэш угар. Я без понятия. Основная идея, что я без понятия. Кто ведущий сегодняшнего мероприятия? Я даже без понятия, как пойдет. Чёстка не испортилась. Следующая часть нашей тематической вечеринки посвящена концепции тому, что черный пояс – это кто? Это белый, который не бросит. Правильно? Поэтому, смотрите, у нас сейчас будет по сапоро. Сейчас выйдут все цветные пояса. Белые пояса – вы работаете на проход, да? Просто ваша задача – обойти гард. Ну, либо сделать там лед болевую душающую, все как обычно. Цветные пояса – вы работаете, как обычно, свип, сабмишн, но есть одно «но». Мы сейчас будем показывать мастерство, заработанное за долгие годы, поэтому мы будем бороться без одной руки. Убираете ее и боретесь только с одной рукой. Задача белых поясов – максимально удовлетворить свое эго и почувствовать, что как бы до черного пояса он гораздо ближе, чем вы думаете. Третий у меня за сегодня. Алексей Владимирович, за сколько вы удовлетворяете белых поясов? Раз, два, три. Секунд 20? Это не сколько все забрите, а теперь важное задание еще. Минуту подержался. А до этого 20. А был еще 10. Не прекращайте улыбаться. Сколько раз тебя удовлетворили, Вероника? Раза три. Да, очень хорошо. Николай, за сколько вы удовлетворяете синих поясов? Что за глупые вопросы? Здесь все бесплатно.
Я не говорю про деньги, я про время вообще-то. Друзей стало меньше. Суббота? В субботу. Отыграюсь на всех, вот кто сегодня у меня был. А не знаю, так вам и говорю. В ответ на реплику Алексея могу сказать, что поэтому меня не будет в субботу, потому что виноват в основном я. Я опасен. Как? Да. А Данила по-прежнему пытается пройти гард. Нет. Угар уже был, сейчас начинается трэш. Есть один минус. Сегодня, когда мы строимся, я почему-то первый ставлю. У меня есть кем поработать. Пока вы не заняты, расскажите, как ваши дела? Отлично, лучше всех. Рубрика «Демотивация». Мы в последнее время спрашиваем людей, как они пришли в джиу-джитсу. Асия, расскажите, как вы ушли из джиу-джитсу? Ха-ха-ха, легко, не принужден. О, а вы почему не боретесь? Вы уже устали веселиться? Я думал, пати – это релакс, отдых. А тут какое-то побоище. Наслай, шампанское, да? Особенно наслай. Борцовский. Я нашел самого непотного человека на этом мероприятии. Да ладно, брось. Я тебя даже бороды не капает. Смотри на подмышки. Ну это ты просто не стирал гии там. 2 года. Вы опять ушли из БЖЖ, я смотрю, вы не в схватке. Да, немножко устала, надо сделать перерыв. Сегодня безалкогольные напитки или спирт сказали приносить только вот таких? Сегодня, да, мы просто скрываем. А так праздник надо отметить. А скажите, где вы делаете маникюр? Вот это зомби продакшн студио. Это как бы самобытная такая тема, поэтому секретов не буду раскрывать. Мы грустим, потому что Игорь уже старый, и мы тоже. Никто из них молодых уже нет. Мы вышли, сделали по одному сабмиссиону и сели, чтобы уйти пока на пике. Да. И никогда больше не появляться ни на... То есть некоторые пурпуры не появляются на соревах там или что-то. А мы вообще больше нигде не появляемся. Да, да. Анастасия, пойдемте бороться. Видели, да, я поддался. Ты же там подмонтируешь, как будто бы я умею проходить гард. Хорошо. Ну что, наверное, настроились. Всем спасибо за тренировку. Класс. И Варшавский, напротив, с другой стороны, Варшавское шоссе. С одной стороны, это Алиса. Это пустой вот этот взгляд просветленного человека. Вот, смотри, вот, да, вот да, это да. Я понимаю. Я бы сказал, что что-нибудь смешное, но я не могу. День рождения удался. Да, день рождения удался. Еще раз, я надеюсь, что попадет на видео. Большое спасибо, ребят, вы очень классные. Я вас очень люблю. Спасибо. Спасибо. Счастья, здоровья. Я знаю, что такое в 9 приходить для взвешивания, а в 3 часа дня подходить к судьям и говорить: вы знаете, у меня человек с первой схватки сейчас хочет уйти. Если вы не сделаете сейчас круг по тяжеловесам, он уйдет. Он говорит, в 3 часа, ты в час ночи не заканчивал никогда. Я не могу, понимаешь, мне люди не могут заплатить 2 косаря за тренировки.
Есть турниры рок-н-роллинг. Это хорошие турниры. Я на камеру говорю. Это хорошие турниры. Хорошие турниры. Хорошие. Выкидывать не буду, все буду хранить, клянусь. Если тебе надо, чтобы я тебе заплатил, я тебе заплачу. Не выкидывай, пожалуйста. А ты думаешь, как он зарабатывает? Принимай деньги. Вот я тебя, короче, я тебя уважаю, и ты красавчик. Можно выкладывать, да? Не, выкладывать нельзя. Я прошу все равно. Я сохраню это как лекцию. Не важно. Нет таких денег, Женя! У тебя нет таких денег больше! Готовься, Рустам! Суперфайт уже как-то! Ну а что, нет, стой! Раз, 500 за поезд! Снято!